Всем доброе утро. У нас какой день, я уже вообще не знаю. Мы вчера спать легли в 2 с чем-то ночи. Сейчас все расскажу, до машины дойду. Привезла Даниэля на тренировку. Вот, тренируется, опоздали немного, мы на 7 минут, ничего страшного. Вроде как-то нормально, встали и позавтракали, и все у меня было по времени. Там туалет 5 минут, позавтракали 10 минут, и все равно что-то у нас не получилось. А, мы ключи от машины забыли, пришлось возвращаться Даниэлю, подниматься. Я еще спускаюсь такая, думаю, что-то мне не хватает, что-то я забыла. Ну, оказывается, я забыла этот... ключи от машины. Буду сидеть тут, потому что там жарко, не хочу на солнце стоять, потом у меня голова болит. У меня сегодня целый день работать. Всем добрый вечер. У нас уже начало 11-го. Поднялись на крышу, потому что я работала сегодня до 8:30. Пришла домой. Хорошо, мои мальчики, большое им спасибо. Помыли дома полы, помыли посуду. Молодцы. Я поднялась уже давно к Белле, не поднималась, не смотрела, как щенки, и она засранка, вытащила этот, сейчас я вам покажу, вытащила, а, псин, ой, так флеш включил, вообще нифига ничего не видно, короче, вытащила картонку, она ее поломала, вот, это было дно, она ее поломала. Вот, но я ж не хочу ее так. И они лежали у нее на полу. Я не хочу, они будут все грязные. И у нас вчера дождь шел, и сказали, что еще, может быть, будут дожди. Поэтому поставила вот такие стол, подстелила Бонифации. От баньки эти пеленки ей постелила. Вот, и положила их, принесла на пеленки. Эти мои сладкие. Мои сладкие спят. Это от картонки нас засранка все поломала. Постелила я пеленки, но у нее еда, вода стоит. Все есть, все на месте, да, Белочка? Все, я тебя не трогаю. Вчера дождь был у нас, так что обязательно стол поставила, чтобы, если вдруг что, чтобы не намочила наших малявок. Всем привет, всем доброе утро. У нас 10 часов утра. Я, если честно, встала полчаса тому назад. Вчера такая уставшая была. Сегодня у нас среда, 30 августа. У нас жарко, аномальных дождей нету и не наблюдается. Так что все нормально. Я уже с утра пораньше оседлала своего белого железного коня и еду по делам. Мне нужно... семейному врачу, к детскому врачу мне нужно поехать заказать Даниэльку проверку крови. То есть не заказать проверку крови, а взять направление. И нужно папе заказать у нас здесь тоже проверочку. Так что я эту набрала кучу бумаг у меня. Ой, как меня хорошо видно, набрала кучу бумаг. Еду. Не ела, выпила только пол кружки воды. Вчера вообще практически, ну, очень плохо питалась, потому что я целый день вчера была на работе. И плохо питалась, короче. Не было у меня ни полноценного ни завтрака, ни обеда, ни ужина. Все какое-то такое, знаете, подбежала, схватила, съела быстро. Ну, такое вот, побежала дальше. Фигня. Так, готовы ли вы к 1 сентября? Как готовы мы? Мы вроде готовы, не знаю. Купили этот же принтер. Я говорю, Рами, ты его хоть разверни, посмотри, что-то, как там. Чтобы вы знали, как им пользоваться вообще. Не, сидит. Хорошо, мам, я разберу, я посмотрю. Неужели не интересно, да что же, как электроник, ну, не электроник, а именно, типа, что-то такого, знаете, механизма, он же любит там всякие компьютеры, шмакьютеры. Я говорю, ну, не интересно тебе, неужели тебе не интересно? Мне интересно, но у меня времени нету его открыть, посмотреть.
Надо, конечно, там у них в комнате наводить порядок. Не то, что наводить порядок, просто у них два стола есть, но на этих двух столах компьютеры. А уроки-то надо делать. Так, как мне поставить машинку? Поэтому нам нужно оборудовать ихнюю комнату так, чтобы можно было еще и уроки домашние делать. Я не хочу, чтобы они у меня в салоне делали, как в том году. Кто-то там, вот это сидит, все быстренько делает. Я не хочу, хочу, чтобы у них было учебное место, то есть рабочее учебное место. Ладно, я пошла. Вот это мне не надо. Вот это мне, наверное, тоже не надо. Не хочу просто набирать, потом ты держишь, стоишь, все в руках вместе. Мне нужен телефон и папины документы, все. Заехала в супер, купила курицу, купила колбаски. Что я еще хотела? А, хочу типа брекосов, что-то такое вкусненькое купить на завтрак. Сейчас буду искать. У меня еще пусто. Пуще стало. Пустее стало. В моем кабинете убрали, пацаны забрали этот стол, потому что у Рами стол поломался, там, где у него компьютер. Я говорю, забирайте мой от макияжа, я все равно буду там делать все по-новому. Сейчас пока вот это собрала, поставила все, принесла такую корзиночку из дома, собрала все причиндалы, убрали, забрали мне стол. Сейчас пойду домой, посмотрю. Клиентка у меня была, ела и оставила свои пакетики. Только единственное, что мне сейчас неудобно, здесь у меня балаган, надо навести порядок. Я никак не дойду, хочу пересмотреть все лаки, протереть там, протереть баночки, протереть полочки. Никак у меня не получается. Где это был? Вот он здесь. Вот, потому что сейчас надо бежать домой, уже сейчас ничего делать с ним буду. Это, кстати, не мое, это невестке моей надо ей отдать. Это, куда мне бежать надо? Мне нужно, это я выкидываю. Бежать надо домой, готовить обед. У Даниэля сегодня игра. Вот, муж поедет с ним, поэтому... Поэтому мне нужно приготовить обед, и я поеду за мужем на работу. Мы думали, что ему отдадут машину рабочую, он сможет приехать пораньше, но нет, значит, не получается. А там, потому что он мне позвонил утром, сказал, приедешь за мной к 3 часам. Вот так. И поедут они на футбол, как я уже сказала, да? А я... у меня работа. 6:30, по-моему, и в 7:30. Еще две клиентки после обеда. Сейчас у меня одна клиентка была. Много сегодня не брала работы. Потому что у меня много других дел. Есть же еще жизнь, да, помимо работы. И дела помимо работы важные причем. Так, теперь мне нужно еще не забыть сделать Даниилу очередь. И сдать кровь. Так хорошо. Хочу еще вот эти фотографии перевесить вот сюда, так как у меня все равно здесь будет мой уголок для макияжа. Я его верну, как он у меня все было, где зеркало. Вот хочу вот это все повесить туда, сюда купить какую-нибудь красивую картину. Вот какой классный принтер вместе с факсом мы купили. Здесь можно делать все. И фотографировать. Да, не фотографировать, как это называется? Целюм на иврите. Как это на русском называется? Копии делать, во. Копии. Сюда краску, да, вставлять? Да. Вот, надо вот в эти штуки вставлять. Где краска? Вот краска. Это краска. Надо сюда вставлять. Да, аккуратно. Смотри, у тебя же есть это, Заш. Да, инструкция. Все по инструкции. Есть еще одна, вот, достань. Давай. Пока что поставили сюда принтер наш, факс. Вот, оказывается, все-таки нужен кабель. А у нас здесь электричества нету. Надо будет что-то думать, потому что розетки у нас на этой стороне.
Надо будет что-то думать, что-то передвигать. Короче, посмотрим, может, придет с работы. Будем думать, как им с пацанами сделать. Готовила уже картошку, не приготовила, то есть уже начинила все, как начинила, наперчила, посолила. Все, сейчас буду отправлять в духовку. Приехали к мужу на работу. Ждем его, сейчас он 5 минут заканчивает, мы поедем домой. Я уже уставшая, мне еще работать. Дома тоже все быстренько делать, что дома, знаете, столько много работы, надо разгребать. Ой, ну ничего, потихонечку, помаленечку все будет нормально. Уже сегодня подумала, знаете, не, я уже не сегодня только подумала, а где-то несколько дней тому назад, а домработницы, то есть пригласить женщину хотя бы там раз в месяц, чтобы она мне помогала, потому что сейчас работа, ну, сейчас это все прекратится, сезон пройдет, сейчас все повыходят в школу, и будет затишье, как всегда, а потом уже перед праздниками будет опять много работы. Ну, по крайней мере, знаете, приглашать кого-то в то время, в сезон, когда у меня много работы, я ничего не успеваю дома, приглашать женщину, не знаю, вчера вот как раз только подумала, у меня была клиентка, и она как раз вот сказала, что к ней приходит женщина, берет 45 шекелей за час, это очень дешево. Всем привет, всем добрый день. У нас сегодня 31 августа, завтра 1 сентября. Сегодня, считай, да, последний летний день. А у нас жара. Отдала? Отдал? Что тебе сказала? Спасибо. Ага, сейчас я напишу. Заплатила, да заплатила учительнице я за какой это месяц получается? Май-июнь. Да, май-июнь, потому что там Данил и с Рами ходил, и сам очень много ходил. Вот, потом она мне прислала, там июль у нас маленький месяц был, ну, в смысле того, что он мало ходил, Данил. Учительница, потому что она два раза за границей была, и мы брали, да, там выходные. Вот это я ей в следующий раз на ней пойдет, я ей отдам денежки. У меня на голове чертычок, как всегда, мне нужно заехать в магазин, у меня закончился топ, и я бегу на работу, потому что 12 часов, а сейчас на минуточку время 11:58, 12 часов у меня клиентка, я надеюсь, что она опоздает на минутки 2-3. Сейчас я зайду, куплю топ. Хорошо, что у нас тут все рядом. Все удобно. Все удобно. Подожди, я себе на голове нормально сделаю чуть-чуть. Всем добрый вечер. Мы с Рами приехали за портфелем. Потому что тот поломался, который мы купили за 50 шекелей. Теперь вот, как говорится, продешеви, да? Ну, вот, сэкономить хотели. Нифига. Все равно вот заплатим больше. А что такой цвет говняный? При чем тут цвет? 100 шекелей. Нам еще нужен пенал. Вот это тоже Adidas, но тут тоже розовые буковки. Да. Ну вот этот красный тебе не нравится? Или вот этот? Не, такой не. Этот маленький. Этот маленький очень, да. Не знаю, зай. Пока что вот этот там самый... Какой? Вот этот? Ну там внутри есть то, что ты хочешь? Ну, есть вон там что-то. Это кармашек или что? Да, карман. Ну, поставишь сюда телефон. Вот здесь для зуба, для бутылки она растягивается. Хорошо. Все, купили. Все, портфель, бутылка, калькулятор. И пенал Рами купил. Пенал такой, конечно. Мне такой нравится. Ужас. Вот такая вот пиндюрочка. Ни линейка, ничего туда не залезет и будет все вместе. Я такого не понимаю. Мне нужно, чтобы было разделение, карандашики отдельно, ручечки отдельно. Тут ничего вообще. Я не знаю, ручечки туда залезут хотя бы, карандашики. Может, это не пенал был? Может, это кошелечек маленький был? Нет, это пенал. Все, сейчас еду домой. Вот такой джип мне нравится. А? Вот такой джип мне нравится.
джип широкий. Да, классно. Сейчас едем домой, будем делать кушать. У нас время 4:30. В 6:30 мне на работу. У меня еще сегодня вечером две клиентки. Успокоился, портфель Рами купили, кстати, тоже недорогой, Adidas, кстати, за 100 шекелей, но я так понимаю, у них там уже, знаете, нету вариантов, поэтому такая цена. Раньше на 100 пудов они дороже стоили, Adidas, а сейчас уже как бы нету вариантов, так они уже цену снижали.